Всем привет. Вчера был ливень сильный. Думал, моим подсолнухом настанет кранты. Нет, вроде все живые. Один вон сломался. Щеглам сейчас отдал его. Щеглов мало, всех разобрали. Вон загорают они. Фазанчик там сидит. Такой ливень хороший прошелся. Птичник уже зарос почти. Вот так вот. Такие у нас дела. Надюха дрыхнет. Вчера испугалась молнии. Гром, молния была. Да, Надя? Испугалась вчера? Чего у тебя на глазу? Испугалась вчера? Прятался. Все, не балуйся. Ну, какие подсолнухи. Жалко, думаю, все повалят. Они все целы. Вот до этого был ветер. Вот. В облепихе отломил ветку. Вон целая куча теперь. Шашлык будет из облепихи. Жалко, такая ветка мощная была. Чуть-чуть не дожила. Ну ладно, что делать. Сейчас тишина, чуть щеглы притихли. Видать, этот пролетал тут. Коршун или кто, когда они пролетают, сразу все птицы перестают петь. Ну, как-то так. Фазанчик стал. Да ленивый лысый был весь страшный. Сейчас он хвост начал расти. Он дал подсолнух. Они сидят, щеголки. Два штуки осталось, или три. Три. Всех разобрали. Эти уже старенькие. Он третий год, наверное, пойдут. Там две самочки, самичек. Бардак тут устроен. Сейчас буду убирать. Сазан, а, Сазан? Хоть хохол вырос у тебя, страшный был. Ничего, к зиме крепнет, красавец. Ладно, давай. Все, у грузиков начался обед. Все спустились, что-то ковыряют. Что-то делают. Что-то ищут, рыщут, грызут. Там что-то не поймают, самец что-то головой трясет. Смотрел все самочки. Вот это от синего пары беленький. Такой спокойненький по сравнению с другими. Совсем, блин. Эти все шебутные что-то там грызут, вытворяют, летают. А это такой прям нежненький. Я его даже не стал отсаживать. Пусть там сидит. Никому не мешает. Здесь как бандиты, они летают туда-сюда, что-то там колотят. Вон это все никак не догрызут. Колоси эти. Надо еще нарвать. Уже там ничего не осталось. Все равно грызут. Понравилось им. Здесь мы что-то там начали песочек ковырять. Тут самцы распиваются вовсе. Друг перед другом.
красную самочку, чтобы она не поет. Я ведь к ней не пристаю. Здесь вон колоси эти грызут. Не надо чемизу покупать даже. Булыжник пошли грызть. Кстати, вот хорошо, вот это я положил камушки вот эти большие. Но они об них все равно как-то клюв стачивают. У них кончиков вот этих, как у некоторых гуль бывает, нету. Они их сами стирают. Вот в каждую клетку я по булыжнику положу. Они прям бывают, ну, залезут там. И коготки стирают. Конечно, как когти все равно подрезают потихоньку. Ну вот клювы у них нормальные. Закинул остатки роскоши вчерашнего подсолнуха. Что-то не обращает внимания на него. Наелись там. Вкусняшек много. Тростники тоже лопают. Тоже на камушку клюет точно. Водопой теперь пошли. Чувствую, надо еще делать одну клетку, уже маловастенько места. Тут у меня сколько штук, 7. Там я не знаю, сколько там. 15, наверное. У этих скоро появится уже. Ну, уже появились. Скоро, я имею в виду, вырастут. Гоняют как самец. Хотел посмотреть. Его выгнали с чужого гнезда. Вчера думал, это была гроза сильная, гром, но не бились, а спокойно были. Переживал, думаю, свет пойти не включить. Нормально, молния такая сверкала, как днем было все. Ничего, спокойно. Тьфу-тьфу-тьфу, вообще не бьются мне. Один раз, по-моему, уже, не знаю, за полгода. И то там кто-то на улице, что ли, фейерверк долбанул, и они начали биться. А так нормально. Вот вчера дождь сильный по крыше. Второй этаж дубасил. Нормально переносит. Скорее всего, это самочка. Да, это самочка. Надо ее в самку закинуть. Я ее закидывал, когда она еще
зеленая была, мне показалось. Сами, может, перепутал, пока ловил. Это самочка. Я ее к самкам закину. Что такие, когда зеленые, непонятно. Они начинают вроде прыгать, подпевать. Может, я заметил одного, ловил, поймал, потом самка оказалась. Все, напрыгались. Позвонили сейчас насчет тростников. Короче, забирают у меня. Я туда посажу пару какую-то сейчас сразу. Сейчас буду их собирать. Жалко, конечно, мне. Ну, не знаю, как-то вот от, как с тайкой бы, если их держать. Прикольно, вот как гульды, они вот друг с другом, там им интересно, а двое они как-то. Ну, скучно, может, поэтому у них и с птенцами не получается. Как бы, ну, не знаю, мне жалко и в то же время. В общем, сейчас буду собирать их и отвезу. Ну, вот такой обзорчик небольшой, он там попискивает, видать, уже большой. Завтра посмотрю, может, колечко буду делать уже. Все чешут. Короче, подсолнух не стали есть. Пойду уличным птицам отдам. У желтеньких опять. Все, всем пока. Будем собираться.